Происходит у нас такое, что в прошлый раз мы замочили босса первого, приоделись, и сейчас продолжаем всех бомбить. Когда захватим бункер, надо будет готовиться к контрнаступлению. Даже при минимальных потерях наши силы будут рассредоточены. Значит, контрнаступлению готовиться. Так, кому здесь еще надо поговорить? О, нам надо сюда, короче. А, ну поговорить с Широй, короче. Говорю, как всегда, взять задание и кого-нибудь спасти. Берем задание. Нет, не верю. Привет, Дупик. Якуб. Широ. Тот сигнал в лесу. Помнишь? Да. Довольно отчетливо. И частота еще у тебя? Ты это имеешь в виду? Все у меня. Кула. Руки не стираются. А выигрышные лотерейные номера у тебя на жопе не набиты? А ты не верил. Ах, ненавижу твое, а я же говорила. Сигнал еще передается. Он похож на эхо. Он цифровой, то есть там, откуда его передают, нет аномалии. Проблема в том, что нам не удавалось найти источник, ведь у нас не было частоты. Так. До твоего появления. Теперь слушай. Миша, ты на меня орал. Нужно показать эти цифры доктору Аврааму Захеди. Это наш ученый. Иди ты. Он у врага уже столько времени находится, что готов поспорить, он уже труп. А если нет? Ты. Опа. Я тебя где-то раньше видел. В лаборатории. Ты разбудила меня. Вот так вот все забавно сложилось. Это Джейн, снайпер высшего разряда. Она чуть не умерла, спасая его. Пойдешь с ней. Погоди, Широ. При посадке этот сигнал уже передавался. Может, ты знаешь, кто или что его передает? Я бы на твоем месте этим не интересовался. Вряд ли они хотят, чтобы их нашли. И все, кто пошел искать этот сигнал, погибли. Но это наш единственный шанс. И добраться туда сможете только вы. Широ, да хватит! Это приказ. Не обсуждается. Короче, мы вдвоем с бабой пойдем. Прости, что бросила тебя умирать. Да не парься. Выбор был небольшой. Я бы тоже ушел. Получается, она бросила мужика, его все бросили, короче говоря. Ну ладно. Я бы тоже ушел. Я бы сейчас ушел, была возможность нахер вас. Якуб. Так, смотри, внизу у нас какая-то штучка появилась непонятная. Ложная надежда для лузеров, которые не хотят смириться с этим дерьмом. Но теперь это наше задание. Так что встретимся в гараже. Надо вернуть свое барахло. Окей. Пока есть возможность. Вот здесь вот смотри, да чё? Это она. Смотри, сколько хочешь. Мадам Бувуар. Но ты ничего не сломай. Это что такое? Раритет продают, что ли? Ого. Не трогать. Точно. Бисти Бойс на виниле. А. Их на земле это было недостаточно. Откуда ты знаешь? Это долгая история. Ты коллекционер? Ну, кто-то же должен. А то остальные уже готовы все забыть. Бисти Бойс на виниле. Ну, откуда? Тут все это. Когда мы покидали землю, каждому разрешили взять по коробке вещей. Людям теперь... Я взяла Бисти Бойс на виниле и бухло сзади. А мне нужен. Это... наша история. Кем мы были, что потеряли. Мой маленький музей земли. Я принимаю пожертвования. Короче, типа что нашел, неси ей, да? Боже. Флейта, дудка что это? Ручка, ёптись, перевая. Как? Ну я ж говорю. Это долго. Спасибо. По идее, чернила бы, по идее, за 30 лет они бы, мне кажется, высохли. Даже в ручке, а может быть и нет. Фиг ее знает. Она же не герметична тоже. Будущее стоит мало. И если найдешь что-нибудь, что угодно с земли, сразу приноси мне. Я поищу. Ну, короче, понятно, мы будем находить всякие вещички, тащить ей за вознаграждение, наверное, за для денежку, за какой-то что, собака нет? Бегает. Вот эту тряпку у нее жопы торчит, мне показалось, это собака бегает. Так, китайцы, японцы, мы не пойдем оживлять еще раз и убивать, а вот...
А вот сюда. Нет, не сюда. А где там стрелка, вот нам, смотри, показывает там вот. Наверху, что ли, там восклицательный знак. Это доп. Задание. Надо обязательно взять его. И сделать, выполнить, пройти. Вот здесь, а ну да, смотри. Тык-тык-тык. А, о! О! А что, прям здесь опять ушиже, что ли? Я только что у него. Он парень креп. Ну ладно, хер с ним. Давайте еще разик забежим. Понимаю, у тебя куча вопросов, но мне не до этого. Да. И мне тоже. Это по твоей милости я проспал столько гребаных лет. Ты уж найди для меня время. Минуток пять. О, нихера. С чего началась война? Чего хотят мятежники? Сколько в мире алиумов? За кого воюют алиумы? Это тот снимок, что ты сделала в день высадки? Охренеть. Ну, здесь базары просто пиздец. Зачем ладно. Эта война? С чего все началось? Мы только приступили к колонизации, когда разразилась аномалия. Нужно было пробудить от криосна еще более полумиллиона человек. Так. Ясно было, что прокормить их не получится. Ага. Каннибализм все дела. Одни требовали просто убить их во сне, отключив питание, чтобы сохранить ресурсы. Другие хотели дать им шанс выжить. Догадываюсь, за что была ты. Я ошибалась. Мы просто пытались честно распределить ресурсы. Но все закончилось плачевно. Хорошо, я понял. А чего хотят мятежники? Ваш враг. Что ему нужно? А что нам всем надо? Ресурсы. А их нет. Еды, воды и прочего. Они не успокоятся, пока не получат все, что у нас есть. Не уничтожат нас. Поэтому нам надо уничтожить их. Ну все логично, хорошо, да. Тут типа выживает сильнейший, да? Короче, все понятно. Так, сколько в мире алиумов? И чем я стал? Алиумом? Помоги разобраться. Что ты хочешь узнать? Сколько их? Тех, у кого незначительная мутация, кто послабее, полно. А по-настоящему мощных не так много. Но больше, чем хотелось бы. А типа солдаты преклоняются перед ними. Ага. Так, за кого воюют алиумы? Те другие алиумы. За кого они сражаются? Да хер их знает. Думаешь, ими кто-то управляет? Те, что на нашей стороне, имеют на это свои причины. Проблеск человечности. С другой стороны, они просто адские машины для убийств. Ничего человеческого. Со мной так не будет. Ой, да ладно, хер тебя знает. Сейчас мы это самое раскрутимся тут и пиздец всех на колени поставим нахер. Так, это тот снимок, что сделала в день высадки? Где он, правда, я не вижу. А вот просто на столе лежит, что ли? Ага. Этого не может быть. Что не может я быть? Я помню, как ты сделала это фото пару часов что назад. Что сразу не может быть-то? Целую жизнь назад. Той девочки, что ты помнишь, уже давно нет. Та девочка... И не смогла бы выжить. Бери. Тебе фото нужнее. Ну ладно, нужнее так нужнее. А, может быть, вот уже пойти и сдать это и... Не взял. Хрен знает, что он там не взял, не взял. Так, все, и обстановка на передовой тяжелая. Тебе сложно понять, в какой заднице мы оказались. Нас да нет, осталось 50-60 тысяч. Большая ну, часть ничего. Мятежники. Скоро ты вообще не играл, там не вообще жопа полная. Они отвлекли нас атакой. Мятежники. Выкопали туннели прямо под нами и заминировали их. Подорвали наш умный рубеж ход. Ко всем чертям. Да, я заметил. Множество людей погибло. Там один из моих лучших бойцов, лейтенант Маккейн. Так. Сообщает, что он жив.
Только его завалило обломками. Тут каждый человек на счету. Ага. Тебе помочь нужно лейтенанту вытащить его. Понятно, я понял. Ну, обижать, конечно, согласиться, что? За левую ногу потащу. Все, побежали. И, короче, я понял, кого я себе напоминаю. Я напоминаю себе этого Стражи Галактики, только у меня рукава почему-то оборваны, а у него нет. Если Маккейн еще Звездный лорд, у него такая же какая-то маска примерно была. И плащ. Ну, ой. Ну, лады, короче. Идем всех убивать. Еще я хотел посмотреть сегодня, есть ли смысл разбирать пухи. Ну, в смысле, смысл-то есть, да, ресурсы там даются, эти запчасти, это деньги наши. Но интересно, что лучше продать, то есть больше запчастей получить, да? Или когда мы разбираем, мы получаем меньше запчастей, то есть продать за большую сумму денег, либо разбирая, получать сумму денег поменьше. Так. Как я сказал, этого китайца, японца мы не пойдем. Во, не видишь? Забудь поискать каких-нибудь сокровищ для моих полов. Фотку. Без памяти о прошлом. Будущее стоит мало. И если найдешь что-нибудь, что угодно с земли... А, нет. А, понятно. Я думал, что-то она просто на этом, на радаре-то горит у нас желтым. Я думал, просто будет что-то... Фотку у той можно... Ну, фотку, которую нам, типа, забирать тебе нужнее. Может, ее сюда сразу сплавить можно было. Что было бы неплохо, такая, держи фотку. О, да, воспоминания, память, все дела. Пошел, да, блядь, да нахуй надо ее. Бабло решает все. И отдал ее тут же. Так, короче. Мы и так уже задержались, патроны взяли. О, а это, а, ну вот это вот снайпер наш, да? Нет, это друган наш, друган. Гараже. А чё баба-снайпер, ее представили, и все, и чё, она ушла, все, я думаю, я с ним сейчас побегу. Значит, я еду, а, я с ним бегу, хорошо, ладно, я нихера не понял, ну ладно. Что стало с другими первопроходцами? Что случилось с остальными? Никто из первопроходцев не выжил? Да тебе с первого ряда все это дерьмо было видно. Почти все погибли в первый же день. Осталось всего пару десятков, и они свое дело сделали. Исследовали все. А? Жизнью заплатили за информацию о том, что мы застряли во всратой долине. Угу. Все? Отлично. Почему в живых остался только ты? Думаешь, я рвался исследовать эту планету после того, что случилось? Нахер! В жопу этот значок! Да я не сильно-то и хотел быть первопроходцем. Мне так... трепыхается плащ. Ну понятно, в принципе, а чё ему нахера действительно это все надо, вот эти вот значки, вот эти. Чё мне с плащом? Я там чё, под плащом кто-то сидит, что ли? Я понять не могу. Смотри, смотри. Это самое, нахер действительно все эти вот эти вот приколы всякие, короче, там за какую-то идею бороться, короче, что-то, блин. Я хер знает. В их ситуации это жопа полная. Здесь можно указать пункт назначения. Понятно, значит, мы здесь, надо нам будет... А, ну, короче, вот мы здесь обследовали, а теперь мы куда-то... А, вот это, а вот это вся карта, да? Слушай, ну она такая не особо-то и большая, глянь. Такая она. Что-то сейчас вот подвинулся, обратно не хочет, смотри. Обратно не двигается. Ну ладно. Карта мира, бла-бла-бла. Ну ладно, идем сюда. Путешествовать. Да, да, путешествие, да. Осуществляется перемещение, ждем. И опять Дубровский себя превзошел. Дубровский? О, ты что, поддерживал мой грузовик на ходу все эти годы? Только без бортового помощника и графеновых клеток. Всего-то 20 бутылок водки, и можно ехать на чем угодно. На дизеле, скипидаре, да хоть на картошке. Если была картошка. А музон все еще работает? Музон? Босс, никакой электроники. Ни музла, ничего. А музыка откуда играет? На грузовик на ходу. А музыка у меня в голове играет, походу. Ну ладно. О! Вот, вот она, откуда она нарисовалась-то.
Ну ладно. Короче, мы теперь на грузовике катаем. Ну, хер с ним, нормально, что, я не против. Так, и... Оп, отлично, загрузочка. Ну, неплохо, хочу машиной обзавелись, БТР. Это вообще нормально, чё нет. А чё бы и нет-то? Итак, готово. Ну, поехали. Приехали. Он едет реально как будто, блин, не знаю, на дизеле на каком-то. Смотри, трубы такие дымят, чадят. Либо реально он склад на картошке, хер его знает. Ух ты ж. Так, док где-то у той радиовышки на холме. Но развалины там кишат этими ублюдками и патрулями мятежников, на которых охотятся мутанты. Погоди. Ну-ка поподробнее про этих мутантов. Эй! Я буду на крыше, охранять вас сверху. Удачи. Ты поподробнее об этих мутантах такая и нахер. Я буду на крыше охранять. Все. Поговорили о мутантах, зашибись просто. Так, ну ладно, че, у меня новая пуха такая, во. Как стреляет? Во, хорошо стреляет. Так, что у нас тут? Бла-бла-бла, боеприпасы, что-то нет, нет, боеприпасов нету. А что, ящик нарисован, а где? А, вот боеприпасы. Эй, эта штука атомный реактор Флорес, да? Из-за этой печки полгорода превратилось в радиоактивные руины. Значит, ага. Все пошло не по плану. Аномалия? Она била по реактору, а потом бах, и нет энергии. И у вас еще оставались люди в криосне? Ага, большинство. Зак пришлось выбирать, дать им умереть во сне или разбудить всех и поселить в недостроенном городе без еды и воды. Людей сгоняли за стены, тем самым обрекая их на голодную смерть. Но они стали сопротивляться. Вот почему мятежники зовут себя изгнанниками. Именно. Никак не могу привыкнуть к твоему виду. Ты прям как будто ожившее воспоминание. Ладно тебе, ты вон, как я смотрю, как там сидел, так и тут сидишь. Вообще у тебя даже поза не поменялась. Тебя, по-моему, так и везли, вот, блядь, примотали тебе сумку, блядь, к ногам, к спине, вот так вот и привезли их с ящиком. Ладно, а что с тобой поговорить-то? Что ты, смотри, заставка какой. О, пора ехать, готовь машину. Пусть машина выглядит как ад на колесах. Что стало с другими первопроходцами? Как ты уцелел? Что стало с первым городом? Короче, мы это все знаем, да, уйти, а пора ехать, я не знаю, куда он собрался ехать. Это сначала надо, наверное, миссию нам выполнить, да? А потом уже ехать, или что, мы хер, мы вообще тогда горючку уже для сюда ехали. Такой уступ сделан, видишь, посмотреть нам. Не, ну охеренно такой, смотри, городок, да? Охереть, смотри, гетто такое там вот вообще, смотри. А это какой-то вот этот реактор какой-то, короче, что тут он говорит из этой штуки, это, короче, непонятно. Специально камешек нам сделали, чтобы мы посмотрели на это все дело. Очень красиво. Палатки пиздатые у них. Так, препараты. Придется разобраться. Придется разобраться, а хера делает. Мы взяли, подобрали, да, все. Ух ты, что это что такое? Что вылетело такое? Так, вот. Вижу одного, там второго. Окей, значит, что мы делаем? Я уже умею. Кидаем турель сюда. Гранату подкидываем туда. Берем снайперку и вышибаем ему мозги. О, я четко как кинул гранату, видывал, да? На, блин, готов. Где еще один? Вон еще один. Все, эту вышку мою вынесли, но она свое дело, в принципе, сделала. Куда он бежит? Куда? Ай-а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 й
Готов. Слушай, винтовка на самом деле прикольная, что-то она почему-то, у нее дамаг хороший, но она ржавая, типа было написано. Пытался я найти другую, и нихера я, короче, и не нашел. У них каких-то, у остальных дамаг какой-то слабый, и у них как, какого-то почему-то прицела такого нету снайперского. Не знаю, но я не увидел на них, во всяком случае, его. Покупать не стал, потому что дорого, да и как бы.
Да и это нормально. Пока стреляет и ладно. Стреляет и ладно. Так. Готов. Готов. Еще плохо, что на карте не отмечаются дропы их. И там вот эти вот патрончики всякие. Вот эта вся вот эта приблуда. Хера себе. Стой на месте, замри. Ох, их там, смотри, куча. Снайпер. Молодец, турелька. Заморозила его, прям умница. Ракетницу нашу я не ставлю. Потому что они далеко, и мне кажется, она просто до туда не дострелит. Мы пока их... А, слушай, вот это что? Ох ты ж, а я тебя не видел. Ты чё там сидишь? Ух, ё. Жестоко. На. Оп, по голове-то ему стреляет. Пушку задирает, слушай, что это вниз опустить. Вообще, я прям поверх головы ему палю куда-то. А-а-а, какие они жесткие. Конечно, на джойстике в стрелялки играть это... Чё, патроны закончились, что ли? Патроны закончились. Ёптить. Так, ладно, будем выходить вперед тогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это чё? Блин, вот это вот... 178, смотри, ладно, возьмем. Вот эта вот херня, что вот не сразу отображает, нужно занять какую-то позицию, реально, блин, как-то встать аккуратно, чтобы появилось вот это вот изображение у того, что там валяется. Это... Вот, смотри, взять написано, а чё взять? Вот, ботинки взять. Ну, возьмем, ладно. Просто на самом деле, ну, если вещь лучше, я бы ее сразу бы ставил в руки, или на ноги, или на голову одевал, а тут хер поймешь, лучше она или хуже. Бред. Можно было поверху пойти, но... Потом патроны-то взяли? Взяли. Хоба, хоба, туман пошел. Ой! Ой-ой-ой, а что это? Я там такая дырина. У него это шлем забавный. На, блин, иди сюда. А, тут еще помимо него, смотри, еще повыше. Мы не будем обращать на них внимания, мы будем. Ух, ё, не будем. Не будем. Ох, ё! Да, вот эти дядьки-то злые, ох, уперся. Я-то про них таких красивых-то и забыл. Гранат уже не буду кидать, все, я их сейчас так уже убрал. Это, конечно, охереть. Блин. Управление здесь, короче, говно, реально. В дивизии вот управление намного лучше. Там как-то все динамичнее, в плане того, что ты бежишь сразу, он падает под прикрытие, если надо, если нажимаешь заранее. А здесь вот как-то все оно немножко топорно. То есть вот бежишь, а нет, тоже подбегает, ну ладно. Как-то все равно ватно. Понеслась. О, потолок помешал. Охеренно. Охеренно. Это не босс, это так. Херня, по-моему, сильный человечек. Сейчас мы его настреляем, чего он по голове.
не помогает. Ну вот и все. Ставим еще одну гранатку швырну. Что, 5 патронов не дает? Попасть в него не можешь. Так, ну ничего. Патроны появились у тебя? Появились. Давай. Опа, снайпер подождет. Это вот этот. И опять патронов нету. Да что это такое-то, я понять не могу. Только что вроде были же патроны. Снайперки патронов мало, причем я перед игрой же специально перед этим машиной подбежал к этому к ящику, подобрал патронов, и они уже закончились. Как-то это, блин. Волупи, пошли его обойдем, блин, можно обойти? Хер там, блин. А вот здесь можно обойти. Вот патроны подобрали. Окей. А вот там сержант, ага, тот, кто нам нужен. Чё он вообще не взрывается? Всё, слишком близко кинул, да? Так, там от того чувака злого у нас остались шмотки. Вон они валяются. Светятся. Вот патроны. Вот опять, смотри, взять, что взять? Вот взять, хорошо, вот сразу одену. Это должно, блядь, экран это должен появляться сразу, когда, блядь, просто рядом стоишь вот со шмоткой, он должен уже это самое появляться. А тут нужно прям что-то на него, походу, посмотреть на эту вещь. Токсичные патроны у нас появились. Так, новый навык, токсичные патроны. Я понял, хорошо. Посмотрим навыки. Навыки, навыки. Награды. А что за награды? Ух ты ж, смотри, новый уровень наград. Награды. И чё? А, это типа флаги. Хуяги. А, и ящик, смотри, там какой-то. А, три награды, вот они и были, короче. Флаг какая-то там, это жест отдать честь. Здесь следующая награда, это опять флаги. А вот это что такое? Узор, персонализация знамени. Понятно, ну и вот персонализация знамени. То есть, короче, ну это такая херня, короче говоря. А, навык новый. Кстати, а почему, смотри, навык новый дали, а он не светится. Вот, видишь, навык не светится. А он есть. Ну, давай посмотрим. Так. Магазин выбранного оружия заполняется заряженными патронами, которые отравление, короче, накладывает на цель. Отравление, получает 50% урона. Понятно, ну... Они рядом, видишь, коцают кого-то, по-моему. Да, сейчас подожди, на картинке. Ага, да, слушай. Интересно, интересно. Ну вот что заменить? Ракетница пипец как долбит. Турелька реально хорошо долбит. У гранаты просто дамаг хороший. Давай попробуем вместо гранаты пока поставить. Смотри, мы это... Как это заменить-то вообще? Подожди. А, во, выберите навык. Зашибись. Ну-кась. Да, все, патроны стоят, отлично. Это рад. Так, немножко пособираем снаряжение, амуницию, если она здесь. Вот ящик, видишь, ящик. Не зря забежали сюда. Оп! Шматье, нет? Да, шматье и лом. Во, видишь, она мощнее, 202. Хрена себе. Взять. Так она мощнее. У меня просто способность какая-то на пушке есть. Сейчас глянем, смотри. Можно сюда навести и сделать вот так вот сравнение, я помню. У меня просто пепельные пули. Что-то там... Что там пули накладывают на противников пепел? 8 секунд. Я не знаю, круто это или нет.
Магазин меньше, это меньше двуствольный... А, так это двустволка, все, нет, двустволка. Блин, почему двустволка похожа на автомат, я не понимаю, ладно. Так, все здесь или еще что-то есть? Сразу говорите, нихера же не отмечается. На этой долбанной карте нихера не... Сюда можно поднять. Сюда выйти. Ох, блин, здесь пока все обследуешь, это жесть. Здесь есть что? А, это искры, господи, а туда можно? А туда нельзя, да? Ладно, все, блин, херово, что здесь ничего не показывается, конечно, надо все бегать самому искать, это немножко... А локации здесь такие достаточно большие, смотри, есть где побегать, спрятаться. Так, вот это ебала, смотри. Нужно время, чтобы... Вот это да, там холодильники какие-то, контейнеры, чё, блядь, там только нет. Так, а мне туда можно, да? Новая запись в дневнике, нахер. Да, ничего не происходит со мной вообще. Странно, да? Металл летает, а чё у меня пуха там не улетает? Вот шлем у меня там тоже металлический какой-то. Почему он не улетает? Побежали, 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 побежали. Ну ничего, так красиво. Я не знаю, отвалится после этого, у меня там волосы выпадут или что после вот такой вот пробежки. Но красиво. Ящик боеприпасов. Давай, удерживай, бери. Че, а где они? Посмотри, красная точка, где? Я не вижу. А, вон стоит, все, вижу. Во, пули, смотри, какие пошли. Еще отравляют? Отравляют, смотри. Смотри. Оп. Ну, почти до конца. Ну так, ничего, там, наверное, их прокачивать нужно. А так они уже четко попадание, да? Ага. Все, я понял, ладно. Окей. И все, да? Ну, не знаю, такой себе нормально, в принципе. Что случилось? Граната, что ли, там сбоку прилетела? Тоже вот гранаты не показывают, где вот они там, да, чего. Я вот их даже там не заметил, эту гранату вообще, если честно. Ай-ай, больно, 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 больно. Да ща, подожди, я к тебе приду. Блин, не получилось у меня его заморозить красиво. Кто меня лупит? Я еще, честно говоря, не очень понимаю. Да не вижу я тебя, что ж ты там скочишь? На голову. Сядь ты, вот нету динамики, все-таки нету. Не подрывается он под защиту, вот под эту вот, под укрытие. Нифига вообще. Нифига это не работает.
дивизии, вот я все время с дивизией сравниваю, потому что это единственная игра, которую я играл много-долго, и вот она очень похожа, ну, наподобие такого. И вот там, когда вот он бежит, ты видишь впереди укрытие, ты нажимаешь заранее, грубо говоря, кнопку и отдаешь ему команду. Вот смотри, я в него в руки стреляю, он все равно не попадает. И как бы твой персонаж, он понимает, что нужно под него подрываться. И он бежит, и он прям падает и скользит под него уже заранее. Вот там вот динамика офигенная. И вот, эта динамика, она очень крутая. Да ёб твою мать-то, а господи. Здесь вот, в принципе, как бы было бы прикольно, если бы вот он так же это все делал. Ай-яй-яй, смотри, смотри, меня... Да меня, блин, я сейчас сгорю нахер, когда этот огонь прекратится-то уже? Вот, вот там вот сделано это прикольно. А здесь вот он топорно, он бежит, нажимаешь ему за укрытие, а он тупит, и за него не падает, блин. В той же дивизии, если бы стреляешь по рукам, если руки торчат, то ты попадаешь. Здесь, походу, хер, короче говоря. Здесь эта тема больше какая-то Gears of War, напоминает. Хотя в Gears of War они тоже подрываются, но они тоже не то. Ни хера. Падло, вот они сидят, не стреляют. Как я начинаю бежать, они начинают стрелять сразу, вылезать, смотри. Чуйки у них, что ли? Иди сюда. Высовывай голову под точку прямо, на. А, пушка просто такая заляпанная. Сдохнет, не сдохнет, сдох, смотри, это хватило. Да, ну меняй, блядь, патронов-то нету, так поменяй, пуху, что ты бежишь, клацаешь ей. Блять, всему будет что такое. Всему учить, блять, надо, ну. Так, что здесь еще? Вот еще валяется. Плохо, что ничего не отмечается, реально плохо. Так, снарядить штанишки покрепче оденем. Топорника, топорника. Ага, тут камни, хуя мне. Вон они бегут. Смотри, смотри на них. Крепкий, крепкий, крепкий гад. Да о чем мы мучимся с ним? Вот он ушел. Вот что тут взять? Снайперская снарядить. Вот снайперку взял новую. Во! Сейчас попробую. Тихо! Тихо, блять! А этого не убило, смотри. Бля, я же нажимаю, вот меняйте оружие, а он его не меняет. Слушай, ну это реально какая-то херня. Два раза нажал поменять оружие, а он все равно на снайперке остается. Вот, смотри. Видишь, он меняет снайперку на снайперку.
А, блядь, так он одел вместо пулемета снайперки обе. Вот нахера, ну это тоже же бред. Ну ребята, ну что вы делаете? Потому что я, ну потому что я там бегал, наверное, да, с пулеметом, с этим ебучим. Ой, бля, ну да, я, наверное, в руках был пулемет, и поэтому я и воткнул пулемет. Наверное, так. А вот сюда вот ставим вот так, да? Ой, так меня там ебошут вовсю. Смотри, сейчас сдохну. А я сейчас умру уже. А я умру сейчас. Ой, бля. Жесть. Жесть, жесть, а жесть. Как там было? О, есть. Ты представить себе не можешь. Мое поколение. Мы знали, что Земля обречена. Мы убивали, чтобы выжить и получить место на Флорес. Да, ага. Были славные моменты, но они были как десерт перед казнью. Понятно, короче. Ладно, подожди секунду, блядь, дай разобраться. Снайперка. Поставили, блядь, поставили, блядь. Сюда поставили, поставили, блядь. Ну, слава богу. Короче, ясно. Я понял, я все понял, хорошо. Он меняет то, что у него в руках. Я-то думал, он какое как вторичное оружие туда воткнет, и ладно. Лады, хорошо, я понял. Все, я исправлю. Побегаем, вот он, вот, видишь? Видишь? Патрончики. Вот не работает опять кнопка X у меня. Подлетаю, нажимаю, она не работает. Надо именно вот подождать, пока он увидит ящик. Там, блядь, постоит, подумает, как его открыть, блядь. Потом нажать X, ему подержать. После чего он, блядь, начинает его открывать. Ну ладно. Вот туда бы я еще сбегал, но что-то далеко и впадлу, короче говоря. Удерживайте, чтобы открыть, да? Давай. Откатил воротил. Так. Тут у нас флажок, амуниция. Бах, воткнул, молодец. А, флаг еще хочу переделать. Наверх или вниз? Наверх или вниз? Или похую тут? Не, нихуя не похую. Слушай, давай-ка наверх сначала. Может быть, там что интересное найдем. Давай. Или похую, что по низу, что поверху. Без разницы. Все в одном направлении, туда ведет. А нет, смотри, тут именно дверь. А по низу там какая-то другая тропа была. Подожди, я хочу это посмотреть. Так. Так, 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 так. Да прыгай, блядь. Нет, не хочет. Тут он тоже он мог бы спуститься. Вот, смотри. Оп. Оп, 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 оп. Опять не подобрал. Да что ж ты будешь делать-то, блядь? Вода журчит. Птицы летают. Сточные какие-то трубы. Смотри, куда пришли. А там побочка. А, все. Блять, там побочка, а это основное. Херась, это здесь, блядь, иду по основному заданию, могу найти побочку. Офигеть. Пошли, зайдем туда тогда. Все, я извиняюсь. Сейчас зайдем в дверь. Там всем нахерачим. Выйдем. И пойдем дальше. Вот так мы сейчас сделаем. Кстати, у него на пулемете есть эта тренога, а он ее не использует. Тренога как называется? И чё? Бля, идет бой, блядь. Да какой нахер бой, блядь? Они хуй знают, где на карте. Ой, бля. Ну это пиздец. Ну вот это вот вообще, вот это очень неудобно сделано все. Идет, блядь, бой. Ну и чё? Какой нахуй бой? Где ты видишь, блядь, бой? Вот в этом, конечно, блядь, вот это неудобно все вообще. Да нахуй разница, бой не бой, в дверь зашел и все. Оп, записки. Взяли записки. Что-то написано. Нахера у меня вот здесь вот боеприпасы, если у меня там были боеприпасы. Вот, вот такие вот ящики лучше ставьте. Их хоть интересно лутать. Так, штаны зеленые вообще нормально. Металл.
Смотри. Я держал X, а он ходил, блядь. Это... При этом пытался поудобнее встать, примоститься, короче. Вот реально говорю, вот есть вот эти вот косяки. Так, где они? Отсюда их не видать. Пойдем, 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 подойдем. Стоят, красавцы. Пули все-таки, наверное, надо поменять эти пули трассирующие. Ух, это снайпер, что ли, меня так отодвинул? Я даже не упал, а просто отодвинулся. Ну ладно. Просто вот так вот, блин. Джихад тут устроен. Хочу снайпера у того снять, можно? Да и хер там все гранаты. Блять, вот бесит. Почему он не вылезает, когда я сижу прячу? Смотри, он не вылезает. Только мне стоит встать, он сразу начинает по мне палить. Он откуда это узнает? Вот я должен его выцеливать вот так вот, да, сидеть, чтобы понять, где он. Вот, смотри. А он просто знает, когда я встал, начинает просто палить. В других играх они даже твою позицию иногда путают. То есть если они там спрятались и не видят тебя, ты позицию поменял, и они реально этого как бы не знают. Они сидят, думают, что ты на старой позиции. И это реально очень интересно. А тут он прям знает, где ты, что не очень интересно. Вот откуда он знал, что я за этими ящиками? Он же, вот, блядь. Снайпер — это жизнь. Давай голову своди сюда. Давай голову. Сука, неудобно целиться. Ну тоже, видишь? Вроде как стрелял в макушку куда-то, не попадает. Это я придираюсь, конечно. На самом деле я нихуя не могу попасть по ним. Сижу, придираюсь. Пытаюсь найти отмазу, блять, что я не попадаю. Говорю, что это они и пидоры, и игра вообще говно. Здорово, пацаны. А этот где? Вот здесь кто-то еще тоже внизу, что ли, он там? А, он подо мной, вижу. Пошли подо мной. А здесь проволока колючка. А как мне за него застрелиться? Давай, иди ко мне туда. Видишь, мне к тебе не подойти. Вот, давай ты ко мне. Блять, это снайперка, блять, переключение. Переключение оружия очень тоже тупое. И прицела вот не видно реально эту точку, когда ты пытаешься стрелять навскидку из-за укрытия. Вот эту точку вообще не видно. Вот, вот где эта точка? Ты вот, вот где эта точка? Блин, особенно вот на белом здании, вот на этом. Вообще охуенно видно. Она, блядь, пиздец маленькая, хоть бы перекрестие какое-нибудь надо было поставить, а не точку. И было бы со снайперки проще целиться, да, как бы, то есть ты сначала примерно наводишь перекрестие, потом врубаешь прицел, и ты примерно уже смотришь на своего противника. А здесь получается, что ты вот эту сраную маленькую точку в упор нахуй, вот я не вижу ее, например. И получается так, что я примерно направление угадываю и пытаюсь встать и сразу стрелять в него. Да блядство какое, а. Неудобно, неудобно. Вообще ни разу неудобно, честно говоря. Кто где? Я понять не могу. Кто меня шмаляет? Снизу тут там что ли? Или... Ой, блядь. Вот видишь, опять перекрестие, блядь, не могу поймать. Вон он внизу, глянь.
пидорасы, на! Ух ты ж, нихуя я ебнул. С разбегу видел? Неудобно играется, конечно. Где-то здесь что-то летало. Записи. Интересно. Да ничего там интересного, поверь. Вот взять, а что взять? Вот что взять? Что взять? Ну взять. Ключ, ёб твою мать, это ключ был. Короче, вы меня понимаете, да, что вот половина вот этих вот мелочух, они реально раздражают, блядь, просто. Взять. Блядь, воды попить, что ли, из лужи взять? Так, в целом, все хорошо. Ну вот смотри, вот прицел, вот точка эта, вот смотри, вот на ярком, вот, блядь, под фонарем там или что, вот видишь, вот ты ее видишь на досках, блядь, это. Если вот присматриваться, да, вот сейчас, я ее могу понять, где она, потому что я знаю, блядь, я ее видел. А вот если навскидку ты вот смотришь вправо, влево, потом хоп, блядь, эту точку эту не видишь, короче. Вот на черном ее, в принципе, видно, и то ее можно спутать с какой-то вот пылью летающей вот этой. Точка, блядь, понимаешь? Это пиздец. Может быть, подожди, в настройках. Может, там можно перекрестие поменять, награды. Что там опять у меня светится, блядь, в наградах? Награды. Нет? Нет. И чё, блядь, ну, награды и чё? Типа один ящик. А, во, зашел, все, господи. Пора в путь. Персональная... чё? Персонализация конвоя. Эпическая, и чё? Получить награды. О, есть. Блять, как неудобно это все сделано. Ой, ща. Настройки посмотрю, ребят, потому что, блядь, может прицел можно поменять, блядь, реально неудобно целиться вообще. Звук, интерфейс, график, игровой процесс. Шлем включить. Кроссплей. Что такое кроссплей, блядь, кто знает? График, управление, специальные возможности, может и интерфейс, блядь. Числовое отображение урона. Вкл. Размер элементов интерфейса. Стоп, полный режим панели управления. Да хуй там. Ладно, хер с ним, что играем дальше. Открываем эту дверь гребаную. Выходи давай. А, и кстати, вот. Заставка. А, нет, не заставка, хорошо. Я навыки хотел поменять. Навыки. Мне не очень нравятся эти пули, я лучше поставлю эту гранату. Потому что, блин, ее кидаешь, хоть толк есть, а пули, ну что-то как-то так. Все равно приходится вылезать, стрелять в них. Здесь ничего нету, точно, да? На карте просто нихера не показывается. Вижу радиовышку. Захеди нигде нет. Я думаю, его держат в здании недалеко от башни. Так. Тебе идет группа мятежников, нас засекли. Здесь ничего нет. Нас засекли. Нас уже засекли, как мы сюда приехали, блядь. О, видишь, ящик вот. И вот, блядь, хер его найдешь, слушай. Вот падлы, блядь. Металл, шмот. Ну, вот опять, видишь, взять горит. Но, блядь, чё беру-то, блядь? Целиться надо, что ли, блядь? Перчатки сраные, ёбаный рот. Да. Так. Вон. Можно еще вот вниз смотреть сюда. Здесь говорю, здесь, блин, да, так вот, ну, на самом деле это прикольно, вот это прикольно сделано, да, что хоть... О, металл, я не знаю. Побегать там можно, там, поизучать, ну, как бы, блин. Если бы я играл, как бы, не в стрим, то, как бы... Блин, я бы побегал, а так, конечно, хочется же экшена, да, посмотреть, а не вот эту хуету, блядь, металл этот, короче, ковырять там. Вот смотри, подбежал, 5x не работает. Ну вот сижу его, держу, понимаешь? Не, он не работает. Здесь так тихо.
Опа, а это что такое валяется? Не, это не металл? Не, это просто какие-то обломки, да? Вот тебе, тихо, на. Выкатился такой, видел, да, его? Красавчик. На, хавай. Вот, нет, граната решает. Вот он сейчас... Вот, видишь, она подлетела, бахнула. По-моему, эта граната еще и хилит меня, или не хилит, или простые пули меня хилит. Что-то меня хилит, короче, еще. О, слушай, там он здоровяк. На. Ой, это будет очень долго. Это будет очень долго. Мы сейчас этого. Блять. Малого хотел. Блять. Давай! Да не туда, вот дурачок. Я ему говорю откатись, а он вперед перелезает. Не дурак. Ну а еще прикол в том, что здесь вот эта даже турель, чтобы ее поставить, да? Надо прицелиться. Надо прицелиться. Сядь. А чтобы прицелиться, нужно найти эту ебучую точку, блядь. На экране. На! Граната, да, решает. Я прям вот так вот добью, даже прятаться не буду. А горю я как фонарь, смотри. Бегаю я, свечусь весь. Так, шматье подобрать. Патроны вижу. Попытаемся, вот давай туда подальше, да, ее закинем. Так, пистолета нет, сейчас пока не получится. Вернемся. Вот он кинул гранату, смотри, под нос себя. Он тоже хер понимаешь. Почему это? Будет эти трубы что ли помешали? Почему он так и херово-то закинул? Че так человек, а? Я лучше ориентируюсь. А, вот здоровяк. Когда перезарядка идет, я примерно понимаю, где точка находится. Перезарядка на месте точки появляется, и так понятнее. Лучше видно. Смешно. Вот здесь вроде нормально видно. О, над головой нормально, красиво. Фуй! Нихуя они там как гусята друг за другом, блядь. Я охерею. Такие тынь-тынь-тынь-тынь. Друг за дружкой в рядочек. Где ты там? Выходи, придурочный. А, прикольно это. Турель одного замочила, у того граната упала. Все вроде. Ёбаный рот. Ай, да, я охерею. Так, у меня одно очко класса, зашибись. Дали вот куртку. Охереть. О, нихуя, я такой, смотри. Кожаная куртка. Пистолет. Снарядить какой-то охеренный там прям ствол. Так, боеприпасики. Вот опять, видишь, не сработало. Опять не сработало. Вот, так. Не понимает игра, чего я хочу. Ну, подбежал же я к коробке. X работает, держу X. Ну, что я хочу? А игра такая, блядь, да хуй знает, что ты хочешь на самом деле. Вот, смотри, я говорю, здесь нужно все бегать. Шмот, шмот. И опять не показывает какой. Ну давай вот так вот прицелюсь. Штаны одену. Пуха. Ох ты ж. Ох ты ж. Одену. Сейчас, друзья, одну секундочку. Звонки идут серьезные. Сейчас мне позвонит. Сейчас.
Ой, друзья, извините, пожалуйста. Звонки серьезные, блин, звонки прям. Надо было ответить. О, кстати, уровень надо было поменять-то мне. Уровень назад. Мира. О, заставка, заставка. Я убью его. Уймись. Я убью его. Подходи. Снайпер. Кишки ему выпущу. Где ж ты была назад. Все это время, блядь? Это вот она сидела на вышке умирает. И за все время убила одного человека. Я, наверное, человек их, наверное, 150 меня там вот убил. Шира. Ах ты ж, блин. Меня прислала Шира. У меня, видишь, как блестит это куртка чистота. Охуенно. Это чистота. Как? И откуда? Ты... Джейн, ты ранена. Ерунда. Чемодан в порядке? Что? Грузовик угнали. Ах ты, сукин сын. Стой, нет. Стой, постой. Эй, слушай, послушай. Я прикольно, попробую остановить кровь. Но ты должен сказать мне, где мой грузовик. Я спасу тебя. Обещаешь? Да. Старый город. За рекой. Так, док, назад. Стой, нет. Я же дал ему слово. Он не может жить, он много знает. Нет, не надо убивать. Мы узнали, что нужно. Джей! Нет! Ха, блядь! Поднимай ее и неси в мой грузовик. Нет, найди грузовик Дока. Это важно. Да хера ей горло прострелю, она говорит? Там чемодан, под бензобаком. Принеси его мне. Она ему... Тьфу, блядь, она ему... Он ей в горло, она говорит еще живая. Там же все, это жопа. Держись, это как бы все, не железо, если в горло, по-моему, ясно? Насколько Джей, я знаю. Ну, блядь, держись. Тут дураку иди. Понятно, что... Где боеприпасы? Вот я не вижу. Это же дураку понятно, если в горло так засадить, это все, это жопа. Куда бежать-то? А, сюда же. По канатке спустишься в трущобы. Там будет река. Грузовик на другом берегу. Джейн, только не... И не договорил, Джим, только не об... А чё, не об... Не обосрись? Как туда залезать-то? И как туда... А как залезть? А как... Да мать вашу! О, стоп! О, нашел. Ёбаный рот. Не, ну забавно, прикольно, блин. Не, ну смотри, ну вот он этому ранил его, тот валялся, короче. Ну ты первым делом, ты посмотришь мне, может, у него это поезд шахида там какой-то, он сейчас может рванет и все. Ты быстренько посмотри, что у него ни черта нету, да? Потом уже разговаривай. Так-то я, конечно, всегда за, чтобы никого не убивать, но это было очень глупо сейчас. И он ей в шею хлоп... Ой, дерево какое красивое. Он ей в шею хлоп, короче, а та еще такая, да, все нормально, я тут покашляю немножко, в горло попало что-то, а там, блядь, пуля такая, блядь, да? Сантиметра три такая торчит у него. В горле что-то першит у меня. Запершило. Да, так, ладно. Кажется, прикольно, конечно, да. Тетку жалко, блин, приехала на задание, да. Прикинь. Смотри, какое дерево. Енох, охуенное дерево. И тут трупы, война. Смотри, висят. Меньший зал. Напоминает этот, как его, Hell's Blade, там тоже на дереве такие висели. А тетка-то, тетка-снайпер, да, приехала. Тут ничего нету. За всю эту Рубилову нашу она выстрелила один раз. Один. Вот, смотри, я же говорил. Один раз она выстрелила. У меня чуйка на ящике, похоже. Зато я стрелять не умею, да? Во, шлемофон такой же, но мощнее. Одеваем. Так. Выстрелила один раз, убила. Даже не убила, ранила, получается. Это. Блять. И он ей в горло засадил. Как бы это странно не звучало, да. Засадил. Жесть. О! Ого! А это что за красавцы? Я вас не знаю. Ой-ой-ой, из-за угла, я не вижу. Давай. Тут еще и монстры какие-то, ты глянь, а? Я-то думал, ух ты ж. А патроны тоже у них есть, да? Смотри, из них патроны валятся. Из монстра валятся патроны. Бегут. Так, я наверх сюда. Тут ящика не видно, но... Ой-ой-ой. Нет, он херово, кстати, нет.
друзья, чтобы, как бы я ни стрелял криво, да, от... как бы я криво не стрелял, зачем он стрелял? Но суть такая, крутится быстро, смотри, кручу, оп, и медленно, хоп, опять срывается, смотри, хоп, медленно, хоп, срывается, вот это жопа, это жопа. Нахера так делать? Сделайте одинаково, чтобы можно было привыкнуть к одному, и все, и палить уже. Зачем делать разные эти самые чувствительности? Это же вообще же... Сгутки всякие. Опа, здорово. Ставим, на. Ну они такие, слушай, они даже, мне кажется, подохлее, чем эти... Чуваки, откаты есть. Они подохлее, чем чуваки. Это, наверное, первый. Че это распидорасило-то? Наверное, первые какие-то монстры, они дохленькие. Дай я рассмотрю свою вот эту штуку. Она крутится в воздухе. Тут барабаны какие-то, рога непонятные. Фреон там, что ли, какой-то? Ну, понятно. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать, если честно. Пушка не очень красивая. А, он был бы прикольно, знаешь, не просто так, а, например, он там берет какие-нибудь там детали, ком детали, знаешь, там кидает, они падают, и из деталей что-нибудь собирается. Было бы здорово. И, например, можно было бы нарисовать... Бегут. Можно было бы нарисовать вариантов, там, 5, да, допустим, короче говоря, пушек, чтобы, как бы, ну, просто, вот, как бы, рандомно они там менялись. Было бы здорово. То есть каждый раз, ну, не каждый раз, в смысле, а было бы разнообразие видов. Просто так, вот сегодня я такую накастовал, а тогда такую же. Я все-таки этот самый как-то. Как он забыл-то? Техномант, блять, поэтому. Почему бы и нет? А одна вот как-то. А две будет? Нет, одна ставится. Та исчезает, ставится вторая, да ну. Прикол в том, что она ресается быстрее, чем ее выносит. Это, как бы, с одной стороны, кажется, ну, легко и просто, а с другой стороны... Подожди, туда нельзя было забраться? Наверное, нет. А с другой стороны, у меня костюмчик такой цельный стал, смотри, да, рыженький, прикольно. А с другой стороны, это прикольно, потому что я понимаю, что без этих пушек я бы тут точно не выжил нахер. То есть, если бы они долго ресались, как бы, я бы охерел. Ой, их распидорасило по-быстренькому гранату. Ой-о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 й. Хера не тут их. Ой, неудобно. Ой, неудобно с прицелом. Ой, неудобно, блядь. Вон ящик вижу. Опа! Ха-ха, съебался. На самом деле случайно упал. Видел, да, там ящик был? Ой, а ты что, за мной все время бежишь, что ли? Ой, и ты тоже со мной все время бежишь. Сейчас, дай пройти. Сейчас мы все сделаем. Когда не закончится уже? Может, хорош? С этой стороны, с той стороны. Ну круто, круто, прям саранча, саранчой. Все. Окей. Так, это что? Просто взять. Так. Ящик. Так, вообще железный человек сейчас приземлился буквально. Вот. А-а-а. Ёптить, Семён Семёныч. А, не, нихера, вот я стою со снайперкой, да, она лучше. Ставим. Сейчас попробуем. С прицелом, бля. А, она очередями бьет. Слушай, сейчас погоди, мне интересно, я хочу глянуть. У нее коллиматор стоит, то есть это не снайперка, но она 267 выдает. Видишь, но не снайперка. В этой все-таки зум-то попизже был.
186. Это у нас как позиционируется? Как автоматическая снайперская винтовка. Чужое здоровье. Когда перезаряжаешь оружие, запас здоровья пополняется на 64 единицы за каждого противника, убитого из этого оружия с момента последней перезарядки. Если вы меняли оружие, предыдущего... Понятно. То есть, сколько я убил, перезарядился, столько я получил. А у этой что? Бронебойность. У нее стабильность хуже, меткость больше, дальнобойность у нее больше намного. Вот и думаю, что тебе взять. Ну давай в бою посмотрим, да, вот эта вот пушка, ага, все, ну все, в бою посмотрим, оставим пока новую, красивая такая, видел, разрисованная, блин. Что тут блестит? Вода или что? Так, опа, записки. Опять X не срабатывает, блядь, сколько вот он будет не срабатывать, столько я буду материться на него. Так, ладно. Знаешь, что хотел? У меня очко навыков, у меня новый уровень класс, очко классов, новый уровень в этом, ну, мира. Эффективность выкачивания жизни с помощью оружия повышается на 5%. Круто! Смотрим здесь что. Максимальный запас здоровья увеличится на 10%. Ну, такое себе. Аномальная сила повышается на 6%. Не знаю, что это значит. Это, наверное, мощь этих самых. Навыки разложения восстанавливаются на 15% быстрее. То есть, короче, эта пушка... турель будет восстанавливаться, да? Это же турель у нас? Ну, турель, по идее, просто нарисована по-другому. А, нет, смотри. Или это турель все-таки? А это что? Это не то? Просто у меня тут турель, смотри, такая нарисована. А здесь турель нарисована как бы вообще другая. Как... Или что там? Вот, ну я, короче, возьму по-любому, наверное, выкачивание жизни, пускай, да, чё, нет-то, мы дофига стреляем, как бы, в принципе, да, и пускай, ну, выкачивается 5%, не 5%, но будет больше. И это хорошо. Так, мир, забыл мир поменять. Надо мир сделать пожестче, чтобы нам попадались... Пока не совсем еще жопа как раз таки, да? Еще далеко не прошли, монстры еще не такие крутые. О, смотри, оружие. Получить награду. Получить награду, говорю. Пока монстры не такие вот эти сильные, мы повысим уровень и будем с них получать больше опыта. 284, ну нихуя себе. Давайте сравним. Смотри, что вот, ага. Бронебойность. А, тут выкачивание здоровья, смотри, у этой. Прикольно. Я сейчас еще на 5% повысил, это 10%. Пули накладывают противник, пули накладывают на противников уязвимость на 8 секунд. Давай сравним. Атака больше, автоматически... А, так и дробовик опять. Блять, он выглядит как этот пистолет-пулемет. Не, тогда не, я, это нет, это мне не нравится. Дробовики, это не мое. Давай, пыщ рукой, блядь. На! Ведьмак! Я играл Ведьмака, я знаю. Алиум. Так. Мы почти в лагере. Ага. Принято. Как там Джейн? Она едва держится. Я делаю, что могу, но... Она должна выжить. Понял, меня теперь называют не как-то там по имени, меня называют Алиум, блядь. Сам ты Алиум. По имени меня... А, вот. По имени меня называют. Блин, как меня там зовут? А, ну Бородой меня зовут. Там я же писал вначале. Да чё вы гоните меня все? Уах! Смотри, какой красавец. Он плюётся. Да ёб твою мать. О, блядь. Бля, неудобно сделано с прицелом. Прицел только отключаешь, колбасить начинает. Просто жуть. Да пошли вы нахер. И чё, никого не взял? Да, нихера себе. Кувырнуться через... Прикинь, не кувырнуться через них. У меня покоцало-то. Жизнь не восстанавливает эта херня, нет?
неудобно как. В ближнем бою прицел неудобно включать. А этим он, блин, он носит. Жесть, просто наугад стреляем. Неудобно, неудобно. Перчатули оденем хорошие. Отлично. Нормально, пока оставим. Причем она мощнее, чем моя снайперка, по 3 патрона выпускает. Так нормально, короче, пойдет. Сейчас было вообще красиво. Моя турелька их замораживала такая, а я их прям отстреливал. Они прям в линию, в рядочек бежали, классно. Так, ну херня, ну херня. Можно еще раз поругаюсь на прицел в голове. Еще немножко поругаюсь на прицел, что прицел говно. Пользоваться им отказываюсь. Бегут, бегут. Лупим беспощадно вообще в разные стороны без прицела. Турелька! Давай сделаем такой же фокус. Ой-ой, сзади, 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это жесть, это жесть. Пошли вон нахер. Ох, сделал я мирок, да, себе этот самый? А, так, да, ты поставил же мирок себе. Да ёпсить. Срань-то какая. Ёбаный насос. Сколько ж у вас? Уходим, уходим. Ой, зажали, ни хрена себе. Ой, жесть, ой, жесть. Сейчас мне спину настреляет. Давай, давай. Нормально нас сажает. Это была бойня. Ой, супер, да, как? Ох, ты ж какой. Фильм смотрели, как там его, Белоклык, Белохер. Сейчас мы его все равно. Ох ты ж. Пуху я понять не могу. Так, сваливаем. У меня патроны закончились. Шикарно. Все, туда. Охереть. Поставили, блядь, да, уровень повыше, побольше. Так, у меня патроны закончились, пока я этих мелких отстреливал, на босса патронов не хватило. Ну ладно. Чё, заново, что ли? Точно, заново, слышь, всё заново. Он сзади подобрался. Сейчас, подожди, перезаряжусь. Отлично. Не забывать, что у меня еще есть это. Суперская способность заморозки.
Не, это прикольная пуха такая. Неплохая. Где турель? Вот турель. Помогай. В ближнем бою здесь полная шляпа. Бегом, бегом, бегом. Так, там еще вдалеке кто-то есть. Подожди, сейчас мы вот это все дерьмо здесь подсоберем, взять. Это что? Какая-то херабула кожа, ёпт. Где он? Он бежит. А турелька где? Не понял. А я турельку только что поставил, куда она пропала? Обманщики, короче, они все. Видишь, турель поставил, а ее нету. Хотя ачивка заюзалась. Как-то так. Ну давай еще раз попробуем, что делать. Вот сейчас будет он. Че мне коцает? А, я в яде, я понял. Всё. Этот ядом придется. Все что ли? Все? Подожди, я патроны возьму на всякий случай, кстати. Это что, здорово что ли? Ой, еще очко класса, нифига так быстро. Что-то долго-то долго-то хлоп и все буквально. Ну ладно, я-то не против. Давай. Посмотрим, что там за очко класса у нас. Ой, жесть, конечно. Так, очко, класс. Ну да. Да? Да. Смотри, что могу сделать.
Бронебойность повышается на 10%. Ну окей, хорошо. Слушай, а потом я смогу уйти вот сюда, да? Критический урон. Отлично. Вместе с отравлением на противника также накладывается уязвимость. Это попробую по поводу пуль, что ли, вот этих вот? Я все-таки хочу техношамана вот этого, а не чумой пользоваться. Чума что-то мне как-то... Хотя... На 20... Здесь ракеты, граната, слушай. При активировании обстрела навык у вас и ваших союзников на 10 секунд повышает на 30 урон от оружия. Может быть и сюда лучше, а здесь еще. Запас прожитурили повышается на 100. Так, а слушай, а здесь даже по навыкам ничего нету, видишь? Он вот здесь только прибавляет. У вас повышается рейтинг 7 на 30 эффектов. Лечение. А это что в конце будет? При активации навыков разложения у вас и ваших союзников урон увеличивается на 40%. А у этого, видишь, у этого даже, ну, навыков нет. То есть у него на навыке ничего не работает, прикинь. Вообще. Что за бред? Я хрен знает, ну я по-любому хочу бронебойность. Максимальный запас здоровья, я хочу бронебойность. Здесь тоже какая-то шляпа. У этого вот, бам. Бам, тут что-то списки такие нехеровые. Тоже немного. Ладно, пока качнем бронебойность, а там вот уже и подумаем. Так, далее, навыки. Что за навыки? Ничего у нас нету из навыков. Мне пули отравленные не понравились. Что-то как-то да, вообще. Граната она решает, она достаточно быстро резается. И как бы, блин, у нее дамаг хороший, очень хороший. По сравнению даже со всем остальным. С ракетницей с той же. У нее очень хороший дамаг. Прыг-скок. Так, что это? Башка. О, человек-муравей, смотри. Да? Да, смотри, человек-муравей. Из этого, из фильма. Прикол. Сначала был этот Звездный лорд, теперь человек-муравей. Ну ладно. Оп. Металл. Так, мы, я на звездочку не... Ой, господи, вылетело. Я на звездочку не пойду. Сейчас вот здесь еще там вот пробегаю немножко. И надо еще помнить, что у нас там двери, это... Пассивная, пассивка задания, это самое. Надо обязательно туда потом сбегать, вернуться как-то. Там же мы поставили флаг. Ты ж, что здесь такое? А что у вас тут такое? А что это вы тут делаете? Тут записки. Записки летают. Взяли записку. А это что? А это что? О, смотри. Ну это нифига не доп. Задание, это просто вот лестница. Просто нарисовали лестницу. Вон наверху ящик, видишь? Чуйка на ящике. Ну давай, ой, балда ты, господи. Открывай, открывай. Ой, обалдуй. Ишь ты, ишь ты. Необычная винтовка. Хорошо, необычная. А, видишь, нахера. А, ну она, то есть, она мощная, но такая вот. А это у нас необычный пистолет-пулемет. Сравним его. Да, он лучше, чем наша херня. Так, посмотрим. Пистолет-пулемет. Ну, здесь я урон критического попадания 12. Ну, это я даже спорить не буду. Штука классная. Если даже сравнить, где она там была. Это дробовик. Вот это что ли наша, да, это? Хиромантия это была. Если даже сравнить, ну здесь все видно, короче, да, то есть. О! Или что меткость у нее его получше. Меткость получше, дальность получше. Ну, на дальность нам не надо, а как бы. Стабильность у этой. Не, ну по-любому, конечно, пистолет-пулемет, 320 атаки. Здесь даже и думать нечего. Тик. Тик. И вот эту штуку я хотел посмотреть. Смотри, урон от критического попадания. Штука мощнейшая, но дальность у нее хромает.
Это мягко сказано. Какая у нас была? Вот эта у нас штуковина была. И вот смотри. 320, 267. Там 11 критического, здесь 12. По всем характеристикам у той лучше только меткость и дальность, потому что она снайперка. Ну а с другой стороны, нахера мне вот эта вот медленная штука? Нет. Я, ой, не то. Я поставлю по-любому вместо снайперки обратно вот эту. Потому что все-таки винтовка, я ее продавать не буду, мало ли что. Но винтовка вот, она вот в ближнем бою вот эту вот по одному выстрелу. Пдыщ, пдыщ. Это полный бред собачий. В ближнем бою нужна скорострелка, по-любому. На дальний бой она не катит. Почему? Нет прицела снайперского. Смысл — это мощь, если она не может стрелять на даль с такой скоростью, да? То есть тоже бред получается. Не то, не сё. Если к ней можно потом будет приделать снайперский прицел. Опять не работает, да что ж. Я буду очень рад. Сейчас она пока как бы стоит в сторонке. Короче, я могу сказать, перфоратор работает, вибрация сильнее, чем на пухах. Прикинь. Так, давай. Понеслась. Чей? Опустили мост. Такие цепи, да, нехеровые. Ой, их кому-то клепать, я херен. Смотри, там наверху тоже бумажки. Я все видел, я все разглядел. Записки. Не бумажки, а записки там. Где? Вот ящик, видишь? Видишь? Что тут? Металл подобрал, я думал, куда-то улетел наш металл. А это что, необычный легкий пулемет? Прикол. Давай возьмем. Он зелененький. А, хочу глянуть, насколько он херовее, чем мой пистолет-пулемет. Хотя я так не думаю. Где он? Зелененький. Вот он. Нет? Нет, это не он. А, вот он. Очень сложно, кстати, ориентироваться, что ты взял. Оно не помещается, по-моему, никак. Так, ну смотрим, что. 320, 291, 150 крит. У этого 110, 25, 13 секунд перезарядка. Урон 15, урона больше. Ну да, но нет. Как бы у нее, видишь, у нее и дальнобойность. Все прикольно. Она лучше, чем вот этот мой был. Где вот этот или какой там, да? Вот этот. Или вот этот. Какой у меня там был? Кто, блин, скажите? 265. Вот этот у меня был. Во. Или нет, блядь. Хуй простыш, короче, что там было. Короче, ладно, будет это. Не нравится мне и все. Это что? Записки. Какие-то заметки. Заметки, да. Слушай, а может быть заметки это задания какие-нибудь там дадут? Подожди, я люблю эти побочки, я же говорил. Так, дневник. Давай посмотрим дневник. Ага. А противники, енох, история, культура, прочее. Это оно? Письмо Евы. Не, это просто чтиво. Неинтересно. Это не как ведьмаки, эти, как их, объявление на работу об убийстве. Смотри, какие цепи. Просто ебанулся. Я перехожу мост. Где грузовик? Рядом с городскими воротами есть гаражи, которые смогут защитить его от аномалии. Ага. Это, то есть, вот наша... О, смотри, разыскивается, живой или мертвый, но это не я. Не похож. Баба-то снайпер, она там что, до сих пор реально лежит, терпит все это, да, дело? Я тут это бегаю, тут шмотки ищу. Это что за звуки? Это тревогу, что ли, включил? Ну точняк. А, ёптить. Ой, слушай, а что-то да, как-то пистолет пулемет-то не тащит. Да, слушай, не тащит. Он реально, он, смотри, на дальнее расстояние. Вообще шляпа.
Ну ничего себе. Ну ничего себе. А ближнее это расстояние, наверное, решает. А вот так вот чисто пострелять здесь не особо-то и далеко, и все, и жопа. Уходим. Сядь ты за укрытие, болван. Че, еще прибегут? Нет? Я просто хочу поменять на пулемет. Эта штука, она вообще не катит. Молодец, турель, помогла. Так, пока никого нету, быстренько меняем. Это не дело, вообще не дело. Он вообще не стреляет. Чуть-чуть подальше и жопа. Так, ставим 291. Все, пробуем с ним. Это шляпа. Взять, а что взять-то? Куртка одеваем быстро. Ёпсись, вот и прибежал, сел, да, в укрытие называется. Такой молодец просто. На. Крепкие ребята. Вот пулемет на дальнюю долбит вообще нормально. Без проблем. No problem. Сидит, смотри. А показывает один треугольничек, смотри, а сидят два. На. Бронированный хер. Я не буду мешать. Пошел он нахер. Гранату туда же. Они сбоку, что? Они сбоку, ёпт. Где они? Я понять не могу, чего-то они только что там же вот были. Вон сидят же они. Это вы? Нет, это просто тряпки какие-то ебущие. Ой, бля. О, сбоку, видел? Турель, давай, помогай. Хорош сточковать. Гранату куда-нибудь туда зашвырнул. Попал? Да. Вот, пулемет нормальный на дальнее расстояние. Да, слушай, я не думал, что так сказываться будет прямо сильно. А тут прям просто сильно. Ох, граната, граната. А тут прям очень сильно. Нихуя он ее поставил. Нахера он это сделал еще. Вау, это здоровый дядька. Нормально лупит. Ну, он их нормально вообще просто разбирает.
босс. Ой, ёб твою мать. Ой, ёб твою мать. Ё, а чё он такой так быстро бежит-то ко мне? Мы так не договаривались, слышишь ты? Я, знаешь ли, просто так тоже не то. Не пальцем делом, как говорится. Ой, да иди ты в баню. Смотри, еще бегут и бегут, на. Круто, круто, бойня пошла, жара. С этим джойстиком, блядь. А. Кто там сидит еще? Блядь, зацепило. О, еще один все-таки, смотри. Блин, да сколько ж у вас там есть в голову. Круто. Тут ничего? Тут спуск? Еще нету, да? Тут не спуск. Понятно, понятно, понятно. Я все понял. Так, а здесь ничего, здесь ничего, здесь пусто. Опять сигналка это орет. Сирена, точнее, сигналка воет. Взяли ботиночки отдельно. Сирена, да, по идее, такая орёт? Или что, это или тачка какая-то там едет? Дизельная там орёт. О, смотри, тоже что-то там, записька. Сколько их может быть-то здесь, господи? Нахера они нужны? Взял, не взял? Дневник! Так удивляется этому? Ха, дневник! Колёса. Ой, вот сейчас джойстик сильнее вибрирует, чем он стреляет, когда крутит эту херату. Все, открутил херату, идем. Вот ящик. Ох ты. Я на месте. Ох ты ж. Здесь много грузовиков. И все одинаковые. Я спрятал чемодан под дверью со стороны водителя. Да просто обыщи все. Ты охерел, что ли? Да просто обыщи все, говорит. Ептить. Ну там, наверное, вот стоит явно не разрушенный, наверное. Со стороны водителя, да, показалось. Просто говорит, обыщи все. Че, нашел, да? Там еще ствол какой-то дали, по-моему. Ох, загружается. Ох, нравится. Сейчас опять долго. А нет, смотри, бустер есть. Да нет, не туда. Туда. Что тут? Так. Ага. На нем поехали. Зашибись. Че, кататься будем? Давай, давай, рули. Али, рули. Вот, правильное решение. Слушай, я думал, сейчас он это пешком обратно еще. Молодец вообще. Садись ко мне, скажи. А, понятно, все там колесо минус, все минус.
Следующую могилу буду себе копать. Умерла. Нет? Кому он могилу-то копал? Чё он выдумывает тоже? Надеюсь, все это не зря. Я тоже. Боже мой. Ой, ты как будто первый раз его видишь. Еще работает. Спутниковая связь. Единственная связь. Так вот что ты искал, когда нашел меня. Да. И связь все еще есть. Зубы у этого моего персонажа. Чемодан из металла. Белый свет. Изолирует. Его не открывали, и электроника не пострадала от аномалии. Хорошо. Так, это связь с чем? С Богом. С Флорес? О! Разве корабль не разобрали для колонизации? Почти. Но связь с ним оборвалась. Половина нужных ресурсов осталась на корабле. В грузовых капсулах. Семена, техника, диски с данными. Ничего не достать. С этим мы можем восстановить цивилизацию. Но в этом нет смысла. Пока нам не удастся найти место без этих бурь. Я знаю. Это просто... мечта, но именно она помогает нам не опустить руки. Ага. Вот оно что. Значит, Шира послала меня к тебе, чтобы достать тот груз. Так, и что теперь? Та частота. Я смогу отследить источник сигнала. Надо только найти антенну повыше. Знаешь, ну, где ладно, найдем. Да. В Орлиных пиках. Но Орлиные не пики. Сейчас. А чё не сейчас-то? Вот у тебя очень важные эти самые, ты откладываешь почему-то на потом. Снайпер умер, да? Это девка умерла? Сказал же. Все, кто уходит на это сраное задание, погибают. И чё? И чё ты мне это высказываешь? Сказал же. И чё? А я чё могу сделать? Не езди, не ходи, я не знаю. Лопату тебе говно. Так. Вот, бля, это наш лучший снайпер, блядь, пиздец. Поехала баба на задание, просто. Как будто вообще ноль подготовки, вообще ни хера нету. Один раз стрельнуть и помереть. Вот это да, вот это я понимаю. Чё черный экран? Вот. И чё? Поговорите с Якубом, чтобы отправиться к Орлиным пикам. Всё. Так, ок. А где мы? Так, не понял. Мне могилка, ясно, ладно. Ты верила в Захиде. Я не подведу. Хорошо, а мы можем вот туда, где дополнительное задание? Вообще, что такое? Что случилось? Ага, усовершенствованное... Все. Пизда рулю, ребят, это я очень люблю. Каждый способ... Так, давай. Ученый из Захиди. Захиди, не знаю, как его зовут. Ждет вас в лагере. Обращайтесь к нему, если захотите усовершенствовать свое оружие или броню. Сделать это можно 5 способами. Ё-моё. Повысить уровень, улучшить редкость, заменить модификацию, выбрать другой вариант или улучшить свойства. Рехнуться. Каждый способ усовершенствования предметов требует разных материалов. Железо используется для усовершенствования оружия, кожа нужна для улучшения брони. Для усовершенствования эпических и легендарных предметов нужен титан. Чтобы заменить какую-либо модификацию, потребуется другая модификация из вашей коллекции, а также железо или кожа. При улучшении свойств расходуются осколки какие-то. Для усовершенствования предметов требуются ресурсы. Обычно ресурсы, ну понятно, собирать надо. Вот это уже прикольно. Что у нас тут? Еще что-то. Продажа предмета. Демонтаж предметов. Модификация. Господи. Вы можете продать предмет торговцу, получая взамен лом. Лом — это базовая валюта, необходимая для покупки снаряжения. Если ваше оружие или броня отстают по уровню, имеет смысл приобрести что-нибудь получше. Вместо того, чтобы продавать предметы, вы можете разобрать его на части, получив материал, осколки и новые модификации. Осколки нужны для улучшения характеристик при усовершенствовании предметов.
Разблокированные модификации добавляются в коллекцию, после чего их можно использовать для замены модификаций в предмете снаряжения. Только помните, если установить несколько модификаций с одинаковым названием, эффект не будет суммироваться. Все понял, запомнил. Неплохо. То есть, короче, надо больше разбирать. Не барыжить, а разбирать. Так. Я прошел такой долгий путь. Это он же? Это Афро. Афро, это он? Нет, это не он, а кто это? Потерял что-то? Это кто? А ты нет. Что ты тут делаешь? Здесь. А ты ничего не делаешь, скажи. Что ты видишь, глядя на эти руины? Руины. Что я еще могу сказать? Я вижу свою историю. А я руины вижу. Я пережил все кризисы, все бунты, а потом у нас все отняли. Бывает. Боюсь, я все пропустил. Земли нет. И здесь все потеряем. Мы все теряем. Всегда. Может, ну, как бы... Я оставил в хижине кое-какие ценные вещи. Опа! Я тут и минуты не протяну. Расчисти путь, и я покажу тебе, где они. Договорились. Хочешь бы увидеть дом? Договорились. Я разберусь. Суть-то какая, на самом деле, мой правильно говорит суть человека, в принципе, что человек, городом. Он все разрушает, да, сама этот его сущность, все разрушает, он все, состоянии. Он все берет, все поглощает, все ресурсы, углубляется в земельку и так далее, и все, короче, это, и скоро, наверное, конечно, землю, он говорит, мы потеряли, скоро здесь и потеряем, ясен хер, потому что, в принципе, мы потребители, мы паразиты. Первопроходец, чем могу помочь? Говорят, ты можешь улучшить шмотки. Мне нужно совершенствовать. А могли ли остаться другие непробужденные? Ну-ка, дышит. Не надо дышать, и спроси. Мне интересно. Так. А вдруг есть другие непробужденные пироги? Да, вдруг вот случайно. Ну, так. Это возможно. Возможно, конечно. Мы с Джейн не собирались искать твой отряд. Мятежники были близко. Не было времени на поиски кого-то еще. Я смотрю, вы там все убежали, ты ничего не собирались делать. Ты и так знаешь, насколько опасно в первом городе. Но я бы хотел первым узнать, что там. Ага, дышит. Ну, согласиться, конечно, а что? Ну. И мне любопытно. Пойду проверю. Ну, это мы же должны всю сюжетку разобрать. Как если я могу просто сказать, я не пойду ничего делать? Ну и смысл тогда от игры? Правильно? Правильно. Мы должны все задания выполнить, все сделать. А, подожди, давай вот посмотрим, что можно у нам улучшить. А, пистолет-пулемет мне не понравился. Давай, вот эта новая тема, мы попробуем. Я сейчас уже, наверное, почти то, два часа. Мы пока не нашли первопроходцев, так. Не значит, что их нет. Так, ага. Это надето. Это не надето. Ну а давай приколимся. Выбрать предмет. Выбрал. Улучшить редкость. Снаряжение. Что тут на такие зеленые и синие квадратики? Улучшить свойства. Здесь какие-то еще больше квадратиков. Заменить вариант. Еще больше квадратиков. Улучшить редкость хочу. Так. Усовершенствовать предмет. 189 железа. А, видишь, появится какое-то свойство, да? Смотри, зеленое, синее лучше, чем зеленое, оказывается, да? Да? Всегда так было, синее лучше, чем зеленое, да, не наоборот. Ну, хер с ним. Так, хорошо, смотри, повышается урон, во-первых. Во-вторых, навык. Да, я хочу улучшить. Смотри, о, а еще можно выбрать, то есть они случайно, ее можно выбрать, ты глянь, нифига. Смотри, что она пишет. При убийстве противника с помощью оружия эффективность выкачивания жизни повышается на 20... с помощью оружия на 20 секунд повышается на 20%. Интересно. При убийстве противника с помощью оружия эффективность выкачивания жизни с помощью навыков на 20 секунд повышается. То есть я убил, навык использовал, и тогда это самое. При убийстве противника с помощью оружия у всех союзников в пределах 5 метров от цели некоторая вероятность 69 восстанавливается. Нет, все союзники мне не интересны, я играю пока что один. Значит,
Использование навыки. Я, наверное, возьму первый вот этот, потому что использовать навыки, навык у нас всего три, они ресуются, ну как, недолго, но и не быстро, как бы, да. А тут 20 секунд. Выкачивание жизни с навыками. 20 секунд всего лишь. То есть за 20 секунд я даже не там ресурсы ничего не успеет. Я возьму вот эту штуку. То есть мы стреляем. Ага, все, усовершенствовал, да? Ага. А это вот типа следующий уровень. Здесь уже кристаллы нужны какие-то, которых у меня всего лишь 7. Охуенно просто. Короче, да, так мы стреляем, убиваем, продолжаем стрелять, и у нас все больше и больше это прокачивается. Я доволен, мне интересно. Снайперка. О, тут смотри, модификация. А, здесь можно вот модификации поменять. А теперь мне, наверное, и там можно модификации поменять. Смотри. Да, видишь? А заменить вариант, это что значит? Позволяет заменить этот вариант оружия на другой, доступный для этого типа оружия. Для получения... Чё, блядь? Со стабилизатором стандартный. А. А, у меня стандартный. А я могу со стабилизатором каким-то еще. Не могу, но хотелось бы. Ну ладно, допустим. Допустим. Модификация снаряжения. Это что? Ого, ж ты, ёж ты. Известный взглянь. Ну их не так уж и много на самом деле. При стрельбе ваш запас здоровья восстанавливается. Просто вот так вот. А там не предлагалось, да, смотри. При стрельбе ваш запас здоровья восстанавливается. А у меня и так, смотри, выкачивание. А я не знаю, что лучше. При стрельбе ваш запас здоровья восстанавливается. А тут при выкачивании здоровья оружием тоже при стрельбе 6% и еще 20%. Пока стоит. А, вот, слушай, там вот второй уровень есть. Я говорю, что-то мало. Смотри, здесь есть второй уровень. О, и третий уровень. Ох ты ж. Ну вот это уже веселее. Вот это уже разнообразие. Это очень классно. Крутяцки. Улучшить редкость. Ага, оно и так уже синее. Все, понял. Улучшить свойства. 24 каких-то осколка, которых я даже и не видел еще в глаза, по-моему. Так, что у нас тут? Когда вы перезаряжаете, запас здоровья восполняется на 64 с каждого противника убитого. Так, а что еще я могу сделать? Жизнь только восстанавливает, видишь? И все. А по идее, если я вот эту штуку разберу, у меня вот здесь вот появится вот это. Вот он, по идее, да, вот похоже, да, вот это откроется. Жизнь, а тут, ну тоже жизнь, но... Тут с каждым выстрелом жизнь, понимаешь? А там типа сколько убил, а если я никого не убил, то нифига. Да, давай, а давай. О, просто так? Или вот 38 металла забрали, я что-то не понял. Поменяли мы? Не, мы нихуя не поменяли. Почему не поменяли? А, во, поместить в ячейку, ёптить. Так, и чё? Поместить в ячейку 2. Ну, в ячейке 2, я так понимаю, у меня нет. А почему не меняется-то ничего? Я не могу понять. Разобрать отмечены. Я разбирать ничего не хочу. Смотри, я поместил в... А, вот сюда. Во! Господи, все так сложно. Все, сделал. Заменить вариант. Автоматическое. Было бы неплохо, кстати говоря, чтобы она стреляла как автоматическое. Повысить уровень. Повысить уровень. И что это мне даст? Ага, атака увеличивается. Глянь, урон и атака. Крутянска, хочу, давай. Еще могу повысить уровень. А, смотри, видишь, меняется 9. 9, 10 станет. Хочу. 11. Вау, там вообще, смотри, там урон, еще новое свойство, охереть. Но суть... Подожди, а что там было написано? Текущий максимальный уровень 11. То есть вот оно написано, я могу до 11 повысить и все. На этом. Я повышу. Все, вообще насрать. У меня металла, руды этой не осталось, но что делать? Зато у меня есть хорошая, крутая снайперка, которую я могу, блин, бошки посносить. Повышение уровень. Давай, а тут 239. А, ну потому что максимальный, да, 239 у меня и так уже, у него 10.
Очень интересно. Ребята, это очень прикольно. А вот тут смотри, при практическом попадании. Че, при критическом попадании у вас 30% вероятностью расходуется боеприпас. Хуета полная. Бронечка. Улучшить редкость. Чик. Шкуры надо много, нифига. Улучшить свойства. Чик. Кристаллов, ну понятно, это можно даже не смотреть. И все. То есть улучшить редкость мы пока только можем. Точнее, даже не можем, а хотелось бы. Все, я немножечко понял. Я осмыслил. Прокачек очень много, это интересно. Так. Криокапсула с тобой находилась. Мы обратно не едем. Начни поиски там. Мы хотим переместиться. Но переместиться я хочу туда, где было дополнительное задание. Мы там ставили. Где мы вообще находимся? Вот мы. Окраина. Вот. Электростанция. Вот. Да. А вот это что, смотри, центральная улица. Вот это что такое? Это же этот кристалл. А, нет? Это просто обозначение, очень похоже на значок кристалла вот того как. Хижина... А, вот хижина старика, смотри. Очень интересно. Я немножко не понимаю, что это значит. Ну давай, вот сюда вот хочу переместиться. А, там доп. Задание сейчас выполним. Посмотрим. Ну, если выполним. О, так быстро. Если получится, доп. Задание сделаем. Эй, старик. И на этом, наверное, сделаем перерывчик. О, штаны мне. О, это настоящее чудо. Промышленные 3D-принтеры создавали все нужное из ресурсов Еноха. Мы строили город на чужой планете с бешеной скоростью. А потом начались бури. Ты видел первую бурю? О, да. Небо горело. Техника сходила с ума. Весь город погрузился во тьму. Только молнии и крики. Я видел, как людей поднимало в воздух. Как трещали деревья и бушевали пожары. Все надежды на будущее на Енохе исчезли в один миг. А после взрыва двигателя? Сдохла электроника. Спящие просыпались по тысяче в час. Нас пытались успокоить, но не было ни еды, ни лекарств, ни убежища от этих бурь. Зак закрыл ворота и бросил нас подыхать. И мы бы и подохли, если бы не алиумы. Я в душе не мятежник. Я хотел, чтобы нам дали, что обещали. Это старик рассказывает, да, это старик, походу, по голосу был. То есть он рассказывает, как, короче, там это самое, начали все просыпаться. Ого, там. Это батареи солнечные, охуеть, плантация. То есть он говорит, что начали все просыпаться по 1000 человек в час, их там просто заперли, и вот эти алюмы, типа такие же люди, как я, какие-то случайно модифицированные, им дали, короче, выбраться. Жесть. Электростанция. Начать отслеживание задания. Хорошо, начали отслеживать задание. Мы сейчас, по идее, вот в этом помещении, оно там, наверное, не маленькое, но быстренько постреляем их. Вот. И как раз закончим пока на этом. Потом, а потом уже в следующей серии я старику пойдем помогать. А то у меня что-то с Ютубом сегодня проблемы. Не знаю вообще, будет видео на Ютубе, не будет. Итак, ну да, вот, отлично. Что у нас тут? Пока ничего. Пока все тихо и спокойно. Пошли. Трупы. Понятно, там уже он кто-то бежит, сидит или что там делает. Здорово. Ох, ё, вы крепкие. Перезарядка у него уже такая долгая, но... Это не страшно. Крепкие ребята, слушай. Пипец, какие крепкие. Ох ты ж какой. Но! Очень крепкие ребятки. Опа, еще, 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 еще. Нормуль, ничего. Плотно так, но ничего, нормально. Выдержали.
шлем человека-муравья. Потом, а это, можем, наверное, уменьшиться и всем длинно раздавать. Ой, не туда кинул, бля. Опа. Хе-хе, мимо. Блин, он больной машет, да? Ах ты ж. Нормуль. Давай, давай, там где граната машинная должна быть. Ну, пулемет этот мощь вообще, слушай, мне нравится. У него и боезапас хороший, то есть количество патронов дофигичное просто. И шмаляет он нормально, так четко бьет достаточно и достаточно мощно. Я бы еще улучшил. А-а-а-а. Босс. Так, турель поставил, поставил. Давай, давай, давай. Перезарядка, да, конечно, долговатая, но что делать? Любишь кататься, люби и саночки водить, как говорится. Ох, блин, этот жирный-то подползает. У него, я тебя не заметил даже, ты откуда? Ты откуда? Красавец. Это его замораживает, если что, так, если вы не поняли. Это такая одна способность замораживает. Дружище, дружище, тихо. Ой, мимо. Еще. Ой, игра, на то время. Единственное, что я не понимаю, когда я могу это самое использовать, свою эту способность замораживать. Патроны кончились? Охереть. Патроны закончились, да. Сгорел парень. Реально закончились на пулемете патроны. Ха, ебануться, а что я сейчас делать-то буду без него? Конечно, он лежат чуть-чуть, но это капля в море. Да, это сейчас будет жесть. Это вот эта вот стрельба. Стрельба вот эта вот. Да ёб твою мать. Ой-ё, не в ту сторону-то поставил. Ладно, это же не граната, она так не работает. Бегом. Бегом. Уходим отсюда. Опа. Да иди же нахер. На. Ох, как я это круто. А я не понял, откуда у меня эта штука берется. Она где-то копится. Я не вижу, чтобы показывать, что она где-то у меня копилась. Патрончики. Ай, поджегся. Ай-яй-яй. Больно, больно. Варю, варю, варю. Да, это что? Куда-то что-то вниз мне показывает. Иди смотри. А, это хрень, которая, наверное, которую нужно найти. А это значок похож на торговку антиквариантом. Антиквариат там, блин. Вот, вот, наверное, туда надо спуститься. Никак. Я не, да, сейчас спущусь. Вот, наверное, сюда. А там что? А там сначала что посмотрим? А там ничего? Я тут тоже ничего. А вот сундучок. Так, и чё дальше?
Дробовик, понятно. Не люблю. А, кстати, там же еще нам какую-то пуху, по-моему, давали, нет? Или я ошибаюсь? Какую-то еще... Во, да, смотри. О! 290, глянь. Дробовик, а, ну все, понятно. И пистолет-пулемет, который мне не нравится. Все, я все понял. Так. Идем дальше. Что делать-то? Мне вот, блин, у меня тут... Ладно. Мне патронов мало. Вот что я хотел сказать. Вот, смотри. Что это я не вижу? Что это, что там я не видел? Покажут? А, это, по-моему, типа этот. Ну, что там? Нет, не, смотри, даже не дают посмотреть. Это, короче, была эта фигурка этого шаттла какого-то, типа, короче говоря. Знаешь, как на Марс сажались такие на лапках. По-моему, такая фигня была. Типа, это старая херовина с времен Земли. Вот все, смотри. Выполнили задание. Ничего сложного. Взяли эту штучку, мы ее, наверное, продадим. Все. Так, отлично. Значит, я в лагерь. Друзьяшки. И в следующей серии мы поможем дедульке, дедушке поможем, который все это видел, все это помнит, все это знает, а мы ни хера не знаем. Мы тупые, поэтому пойдем и всех перестреляем нахер. Как-то так. Грузится у нас это все дело. Так, ну я думаю, здесь-то можно, да, отсюда выйти по любасу и спокойно, как бы, это, ничего не потеряется, да, нам не нужно в штаб ехать. Вот дедуля сидит у нас. Прошу, найди дом старика. Найду, дедуль, найду. Найду, сейчас только я это немножко передохну, надо, деда, я устал. Так, надо патроны вот не забыть, а то я в следующий раз сюда приду и убью. Я с тобой находилась в старой лаборатории у реки. Начни поиски. Да? А у реки. Сколько у нас там вот патронов сейчас будет? 600 и 100 в этом. Ну нормально. Ну слушай, вообще мало на самом деле. Вот патронов у него беда. Это 6 полных магазинов, обоим рожков, плюс один уже в нем. Как бы маловато на самом деле. Все, спасибо, что смотрели. Удачи. Ждем следующую серию. Скоро будет.